совсем весь поглота. Вчера один от передоза забрался. Так с иглой в руке и унесли. Черт, кто это был? Доктор сказал, вы. Я свою избросил. Еще спасибо скажешь. Да пофиг мне. Я в Мазус. Колено у Тревора, как оно распухло после перехода через реку. Ага, словно грейпфрут. И что был-то? Его врач вскрывал эти муки. И? Тысячи личинок повалились прямо из колена. Прямо как лапша. Слушай, брат, хватит уже. Сказал, тут заражение. Сказал, если лечить не буду, дело плохо. Иди, ищи свои лекарства. Кончились? Можно такой. Перемирие это безумие. Вот раньше мы варили их, они варили нас. А теперь мы стоим и через улицу на них пяримся. Чисто театр какой-то. Это, не знаю, сон какой-то. Слушай, либо отвали, либо скажи, где ты живешь. Сначала прекратить воевать, но что так в жизни согласится. Точно. И он взял, значит, тачку и наполнил ее местной валютой. До краев. Бумажки уже на дорогу сыпаться начали. Берет тачку, а там больше миллиона старых. И катит в центр. Хочет купить себе право на исповедь щедрым пожертвованием. Он смотрит, говорит. А что я буду с $5 США делать? Больше твоя тачка не стоит. У него 3 дня на сбор денег ушло. Бросил он тачку на улице. Дела. Меня намекнули, президента шлепнул.
То есть, откуда ты знаешь? А ты подумай, помнишь парня, с которым мы в догоне? Чувак с юга, хитрый малый. Вот именно. С ним кто-то связался, не знаю кто. Он нанимает шайку местных и дает им добро. Пусть, мол, президент решает. Сам сваливает на юг, подальше. Да. Проходит неделя, президент мертв. Парень болтает слишком много. Найдет свою голову в тумбочке. Одно из условий перемирия. Ты не можешь, не идешь, не знаю.
Thank you.
Я не знаю, что это.
Thank you.
землю обнаружил. Ну, это нужно ходить хотел. А там пацан резко не сидит, перепугался, орать начал, потом все это орали. Слышишь, никаких чего? Лично их начал кричать, а потом все так быстро случилось. Мы ушли, слышим, они затихли, выстрелы, везде порохом пахнет, дым. У меня нет времени на эту превратение. Ты в порядке, что ли? Я не знаю, что это.